Приветствуем вас на канале компании «Экоспектрум», где мы делимся новейшими технологиями и инновациями в сфере экологии. В этом видео мы покажем, как наш роторный инсинератор «Хурикан 200R», оборудованный системой газоочистки, работает на отходах древесины. Цель тестирования – определить оптимальные условия, при которых достигается максимальная производительность и минимальное экологически допустимое количество выбросов в атмосферу. В ходе лабораторных испытаний все полученные данные были подтверждены и задокументированы специалистами независимой аккредитованной лаборатории, которые отбирали пробы промывок дымовых газов и проводили их анализ с использованием современных методов и оборудования. При загрузке древесного отхода с периодичностью в 1-2 минуты на выходе из газоотводной трубы камеры дожигания визуализировался густой черный дым, свидетельствующий о нарушении технологического режима термического обезвреживания и увеличении концентрации загрязняющих веществ в составе выброса. Это связано с перегрузкой установки и превышением допустимой производительности на данном типе сжигаемого материала. Загрузка материала с интенсивностью менее 5 кг в минуту не приводит к значительному повышению температуры. Это свидетельствует о том, что загрузка древесных отходов в количестве 5 кг и 300 граммов каждые 4 или 5 минут является оптимальной. В штатном режиме работы установка «Хурикан 200R» может перерабатывать до 80 кг в час. После окончания эксперимента сотрудники лаборатории определили концентрацию различных веществ в дымовых газах, включая углекислый газ и оксиды азота. Эти данные помогут улучшить процесс утилизации и очистки дымовых газов, выявить достоинства и недостатки тех или иных технологических режимов для повышения эффективности и безопасности эксплуатации. Мы учитываем все особенности каждого проекта и разрабатываем индивидуальные решения для наших клиентов. Благодаря этому мы создаем экономически выгодное оборудование для утилизации отходов от 1 до 5 класса опасности, которое соответствует всем экологическим стандартам. Наша компания поможет вам справиться с задачами по утилизации отходов и добиться наилучших результатов. Особенно важно обеспечить контроль за экологической эффективностью производственных процессов. Для этого мы и проводим проверочные испытания с привлечением независимой лаборатории. Свяжитесь с нами, чтобы получить дополнительную информацию о нашем инсинераторе и узнать, как сделать оборудование, подходящее именно под ваши задачи.